Угадал, получаешь подарок. Не угадал, не получаешь подарок. Понюхай коробку и сразу определи, что там внутри. Это нужно иметь перед Новым годом. Оно круглое. Это модная штука. Ну что, открываем? Я просто... Мне не терпится. Если ты, как и я, очень сильно любишь Новый год, обязательно ставь лайк. А если хочешь получить много подарков, обязательно подпишись и поставь колокольчик. Ух ты, да вы все это сделали, молодцы! И уже приближаются новогодние праздники, поэтому мы с мамой будем снимать видео, меняемся подарками. Мы получим подарок только в том случае, если угадаем, что в коробочке. Угадал, получаешь подарок. Не угадал, не значит получаешь. Не получаешь подарок. Ну что, начинаем, погнали. Поехали, я первая дарю подарок. Первый подарок, который я приготовила для Маши, это вот такая вот большая коробочка. И я хочу тебе дать первую подсказку. Это что-то очень новенькое, то, что совершенно недавно появилось у нас в магазинах, и это должно понравиться абсолютно всем девочкам, как маленьким, так и большим. Как ты думаешь, что тут? Косметика? Нет. Плюшевые игрушки? Нет. Игрушки? В принципе, да, в принципе, это игрушка, но необычная. Не знаю. По звуку? Давай вторую подсказку. Эта игрушка очень классно взаимодействует с Инстаграмом. И у нее, кстати, к этой игрушке есть свое приложение. Очень классное. Это что, кукла? А теперь открывай, посмотришь, что это за кукла. Просто мне не терпится. Это же кукла Снэпстар! Маша, это новинка. Она только-только появилась в наших магазинах. Смотрите, это одна из куколок Юки. Юки — это отличный диджей, любит крутые тусовки, живет в собственном ритме и обожает музыку. В комплекте идет куколка, еще идет дополнительный набор одежды, идет подставка и зеленый фон. Аксессуары, телефончик, чтобы она могла делать селфи. Не просто селфи, а селфи на зеленом фоне. И, кстати, эти куколки очень подвижны, у них 15 точек артикуляции. Они могут принимать любые позы для фотографирования. А еще у этих кукол идут съемные волосы. Смотрите, что сейчас произойдет. Оп! И у нашей куклы теперь короткие волосы. А теперь, Маша, будет самое интересное. Мы скачиваем бесплатное приложение Snapstar Studio в App Store или в Google Play. Фотографируем нашу куколку на зеленом фоне, и мы сможем менять ее стиль. Давай попробуем? Давай. Вот мы уже скачали приложение. Давайте заходим. Тут есть вся коллекция кукол. Нужно выбрать свою куколку. У нас Юки. Выбираем волшебный зеленый экран. Вот мы установили уже зеленый фон, закрепили на подставочку нашу куклу. Мы сфотографировали куклу, а теперь давай попробуем поменять ей задний фон. Подкорректируем немножко четкость. Теперь наша кукла на море. А теперь в городе. Или, может быть, в Париже. Но это еще не все. Мы можем поменять ей имидж, поменять прическу и макияж. Выбрать ей другие разные волосы. Я хочу, чтобы у нее были вот такие волосы. Можно их увеличивать или уменьшать. Или можно поменять тени. Выбрать другой цвет губ. Или можно добавить аксессуары. Можно поместить нашу куклу на страницу журнала. Завершено. И вот такая вот классная фотография у нас получилась. Кстати, у этих куколок Snapstar есть своя страничка в Instagram Snapstar Official, куда ты можешь загрузить фоточку, которую только что сделала, и общаться с другими девчонками, у которых есть такие же куклы. Мама, ну в коробке еще и вторая куколка. Можно я ее сейчас тоже открою? Давай быстренько открываем, и будем дальше распаковывать наши подарки. Это кукла Лола. Эта девочка на 99% единорог, и она, кстати, Маша, очень на тебя похожа. Она стремится изменить мир к лучшему, и она считает, что доброта – это самое главное в мире. Вот поэтому я считаю, что ты с ней очень похожа. Мам, давай скорее откроем вот эту куколку и загрузим ее в Snapstar Studio. Посмотрите, какая необыкновенная кукла, и глаза у нее просто необыкновенные, как настоящие. Прямо как у Маши. Ее аксессуар – сумочка в виде единорога, вот такой вот белый телефончик. И второй наряд.
какое-то нарядное платье и нарядные туфли. У нее, кстати, тоже съемные волосы. Устанавливаем куклу на зеленый фон и выбираем ее в приложении. Эту девочку я тоже отправлю на море. И меняем ей имидж. Я хочу вот такие волосы. Так, теперь меняем ей тени. Меняем цвет губочки. Я хочу вот такие вот. И теперь нажимаем завершено и сохранить на телефоне. Теперь этой фоточкой тоже можем поделиться на страничке в Инстаграм. Эти девочки прям как я. Они настоящие блогеры. Они фоткаются на зеленом фоне и любят делать фоточки в Инстаграм. А теперь, мама, я тебе дарю подарок. Я хочу тебе подарить вот такой вот подарочек. Там внутри что-то такого же цвета, как и снаружи. Отличная подсказка. Желтого цвета, да? Да. Это, наверное, маска для лица. Нет, это можно съесть. Лимон? Нет. Оно круглое, а сверху как кактус. И, кстати, ты понюхай коробку и сразу определишь, что там внутри. Заинтриговала. Ну, нюхай, нюхай. Это духи? Нет. Тяжеленькое такое. Кстати, очень классный аромат. Ну, угадывай, что это? Желтое. Прямо аромат духов. Или нет. Какого-то, может, бабл-гама. Нет. Какие-то конфеты. Ну. А, подожди. Желтое, круглое и сверху что ты сказала? Кактус. Как кактус? Ну, вот такое. Это что? Это ананас? Открывай, посмотришь. Открываем. А внутри ничего нету. Ай, все, я угадала 100%. Тут такой аромат. Тут, смотрите. Ананас, орхидас, вот полоски 3-2 раз. Итак, следующее, что я тебе хочу подарить, это вот такая вот коробочка. Очень тоненькая, очень легенькая. Это сыр. И она вот так подстукивает немножечко. Это, можно сказать, самое важное, что нужно иметь перед Новым годом. Ну, календарь. Ну, возможно. Много денег? Нет. Но много денег тоже не помешает перед Новым годом. Но это в какой-то степени календарь. Но этот календарь еще и вкусный. Вкусный. Ответ календарь. Открывай. Вы, кстати, угадали, что там в этой упаковочке? Ответ календарь. О, два. Два адвент-календаря. Два вот таких вот адвент-календарика. Какой календарь будем открывать? Окей. Там какие-то шоколадки, но мне кажется, они должны быть в форме чего-то новогоднего. И тут у нас... И за первым окошком что? Шоколадный веночек. И за вторым числом у нас... Ёлочка! Класс! Открываем троечку. И тут у нас... Что это? Тут у нас какой-то колобок. Теперь я тебе дарю подарок. Мамочка, смотри, желтый подарок. Там что-то кругленькое. И то, что ты любишь. Зимняя резина, что ли, на машину? Нет. Как раз нужна зимняя резина. Нет? Нет. Ой, что-то легенькое. То, что я люблю, и то, что кругленькое, да? Там есть стружка кокоса. Рафаэлла? Похоже. Ну, это какие-то конфетки, как Рафаэлла, наверное, да? А теперь открывай. Проверяем, угадала я или нет. Так, и тут, да, кстати. Смотрите, вот такие конфетки. Это прямо как Рафаэлла. Ням-ням. А теперь моя очередь дарить тебе подарок. Итак, третий подарок, который я приготовила для Маши. Вот в такой вот веселенькой коробочке. Вот с такими веселенькими новогодними пингвинами. Но в ней не пингвины. В ней жареные пингвины. Чем Маша пользуется каждый день. Без Yes. этого она обойтись совершенно не может. Телефон? Нет. Косметика? Ты косметикой каждый день пользуешься? Да. Не обманывай своих подписчиков. Это модная штука. Это штука. Косметика. Которая для тебя нужна. Ну, косметика. Каждое утро, просыпаясь, Маша обязательно
Снимает видео в лайк. Нет. Маша обязательно этим пользуется. Чистит зубы. Еще потом ты что делаешь? Не, ну я не знаю. Маша, ну что ты утром делаешь? Одеваюсь и иду в школу. Ты не можешь угадать, что в этой коробочке? Нет. Если Маша не угадывает, что в этой коробке, то мы открываем ее, но Маша не получает то, что внутри. Ну ладно. А тебе это не достанется. Не повезло. Без подарочка Маша останется сегодня. Тут же Tangle Teaser. Ну ладно, да, вот такая я вот не могла объяснить, что я расчесываю. Tangle Teaser. Каждое утро Маша расчесывается, потому что у нее очень длинные волосы. И... Хоть я и не угадала, но вот тебе подарочек. Это любят все мамочки. И деток своих любят. Ну, дальше. Что они любят? Вот все мамы. Косметику все мамы любят. Она очень вкусно пахнет, ты понюхай. Духи, что ли? Ну, открывай. Пустая коробка! Да? Маша, это очень дорогой подарок. Ну, я копила долго. Это очень дорогой подарок. Я просто не знаю, у меня нет слов. Это вот такие вот духи Шанель. Это реально мой любимый аромат. Я со всех денег, которые мне на день рождения дарила, тебе купила. Спасибо, солнце. Если вам понравился наш челлендж, поставьте лайки, подпишитесь на мой канал, наш Маша. И всем пока-пока! А сейчас мы с мамой передадим вам приветики. Привет, мои любимые подписчики! Привет! Мы идем кушать ананас, а сейчас с духами. Вот так.